Получить яркие эмоции от незабываемого отдыха в самых известных в стране детских центрах может каждый школьник. Госкомитет Республики по молодежной политике совместно с региональным общественным молодежным добровольческим движением «Вместе» осуществляет набор ребят от 14 до 17 лет во всероссийские и международные детские центры «Смена» и «Артек». Каково это отдыхать в подобных центрах, уже успели оценить краснокамские школьницы. С 12 января по 1 февраля 2023 года мне посчастливилось побывать на первой смене в Всероссийском детском центре «Орленок» в детском лагере «Штормовой». Это место стало для меня по-настоящему родным, и я надеюсь, что вернусь туда вновь. Мне понравилось абсолютно все, начиная с интереснейшей программы, заканчивая нашим вожатским составом, который сопровождал нас на протяжении всей смены. За 21 день я познакомилась с многими интересными людьми из нашей делегации, из других областей и регионов России, а также из других лагерей в Всероссийском детском центре «Орленок». Я в действительности очень рада тому, что моим первым лагерем стал именно «Орленок», так как неповторимые воспоминания, продуктивные дни, верные друзья, саморазвитие, новые знакомства – это все про «Орленок». За 3 недели краснокамская школьница отлично отдохнула, нашла новых друзей и стала участницей всевозможных тематических площадок и мероприятий. С незабываемыми впечатлениями вернулась домой и 12-летняя школьница из Новокабанова. С первого дня мне понравился Всероссийский детский центр «Орленок». Там мы посещали занятия по правильному питанию, также мы посещали курсы. В частности, я ходила на курс «Детская дипломатия дружбы». В будни мы ходили в школу, мне очень понравились квалифицированные учителя-профессионалы. Питание в ВДЦ «Орленок» пятиразовое, хорошо сбалансированное. Я хотела бы выделить то, как продуманы все мелочи, которые мы порой не замечаем в питании. Погода была хорошая. В особенности мне понравились курсы, вожатые детского лагеря «Штормовой» и проводимые там мероприятия. Школьники могут сами подать заявку на поездку в лагерь «Смена» и «Артек» через АИС-путевка. Отбор осуществляется среди победителей и призеров всероссийских региональных конкурсов, олимпиад и соревнований. Поэтому не забудьте прикрепить к заявке все свои достижения, грамоты и дипломы за последние 3 года.